С момента кемеровской трагедии, когда в городе загорелся торговый центр «Зимняя вишня», прошло уже полгода. Но горе в душе людей, потерявших в том пожаре родных и близких, останется навсегда. После случившегося во всех регионах России начались внеплановые проверки торгово-развлекательных центров. Только в Черкесске по поручению главы республики были проверены на соблюдение всех норм пожарной безопасности два крупных торговых центра и десятки поменьше. В целом же подобная работа в Карачаево-Черкесии ведется на регулярной основе, по утвержденному плану. К примеру, только на территории Усть-Джигутинского района есть 517 объектов, которые подлежат плановой проверке. В этом году сотрудниками МЧС запланировано по району 70 визитов в школы, магазины, больницы и прочие места массового скопления людей. Проверки показали, что были выявлены нарушения практически на всех объектах. Прокуратурой республики инициировано закрытие 4 торгово-развлекательных центров. Они были приостановлены. Вот. На данный момент, как показано, были выданы предписания и проведены еще раз дополнительные внеплановые проверки по исполнению этих предписаний. Что хочу сказать. Со стороны ответственных руководителей есть понимание. Они ответственно отнеслись, нарушения устранили. Сейчас в ведомстве готовят план проверок уже на 2019 год. Вот сейчас мы как раз до 1 сентября должны подготовить план, отдать его в органы прокуратуры для согласования. А там уже, как все это прокуратура проверит, с 31 декабря этот план будет вывешен на сайте как Генеральной прокуратуры, так и на сайте МЧС России по Карачаево-Черкесской республике. Пожалуй, главная цель нынешних публичных слушаний – донести до предпринимателей принципиальную необходимость соблюдения норм пожарной безопасности при постройке и эксплуатации магазинов и торговых центров, чтобы трагедии, подобные пожару в Зимней Вишне, никогда не случались в Карачаево-Черкесии. Ислам Жукаев, Роман Баюра, Архыз 24.